Правительство Ирана не намерено уходить в отставку в связи с экономическими проблемами в стране, заявил президент Хасан Рухани. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, раскритиковал социальную политику США после того, как госсекретарь Майкл Помпео обвинил власти Ирана в подавлении акций протеста. По словам Роухани, Америка пытается новыми методами разрушить мощь и величие Ирана. Ранее в Тегеране и других городах страны прошли протестные акции, вызванные резкой девальвацией национальной валюты. Владельцы небольших торговых точек начали закрывать свои магазины и выходить на улицы. За последние дни курс национальной валюты на черном рынке Ирана побил очередной рекорд и достиг 87 тысяч реалов за 1 доллар. 10 апреля в стране были закрыты пункты обмена валюты после соответствующего распоряжения Центрального банка в рамках политики стабилизации курса. С начала весны стоимость реала упала почти в 2 раза. Между тем, США призывают своих союзников полностью отказаться от импорта иранской нефти к началу ноября. Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном и пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые ограничительные меры. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства. На этом фоне государственные СМИ Ирана сообщают об аресте участников акций протеста.